Физкульт-привет, дорогие друзья! В эфире программа «Спорт на Дону», в студии Роман Саганов. И с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Евгений Матвеев, председатель общественной организации «Центр поддержки и здоровья «Наше будущее» и председатель правления хоккейного клуба «Атаман». И Олег Чаусов, основатель хоккейного клуба «Атаман». Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Ребят, вы знаете, сразу первый вопрос такой возникает. Хоккеисты? И плюс вы открыли в Родионе Несвитайском районе зал единоборств «Атаман». Расскажите, как взаимосвязь единоборства и хоккей? Ну, просто я, если честно, я вижу немного такое, два вида спорта, да, гидопровожу параллельно. Вот расскажите, как вот получилось у вас так? Ну, если позволите, я начну. Да, конечно. Матвеев Евгений, капитан команды «Атаман» и один из ее основателей. Вот, соответственно, вместе с Олегом и еще с рядом наших друзей мы эту команду создали 5 лет назад, в 2013 году. И начинали мы, как и все любители, с того, что нам, в принципе, захотелось просто начать играть в хоккей. Вот, мы где-то взяли экипировку, кто-то взял, кто-то купил и отправили. Взяли где, например, взяли? На улице не валяется уже. У знакомых. Есть же очень большое количество знакомых и друзей, которые всегда рады помочь. И мы, соответственно, начали свой путь с этого. Тренировались, не было никакой команды. Было несколько единомышленников, друзей, кто приходил. Сколько человек у вас было? И первых, самых первых? Первых было двое, потом присоединился третий, потом четвертый, потом пятерку пятый. Набрали хоть? Потом набрали пятерку, потом две. На сегодняшний день нас в клубе занимается более 90 человек. То есть, да, мы важно понимать. Но это не предел, я так думаю, да? Это не 90. Предел. И, в принципе, сейчас мы это думаем начало. О том, чтобы наше представительство, нашей команды и составы нашей команды и клуба появились в других городах. Вот. И, собственно, что важно, что мы на сегодняшний день спортивный клуб, спортивная организация, в которой тренируется 90 человек. Это 4 разных команды хоккейных, которые играют в разных дивизионах, в двух лигах, которые представлены в нашей области. Отличаются эти команды по возрастному признаку, по уровню игры в хоккей, по наличию спортивного образования и профессионализма какого-то. То есть есть разные лиги, разные уровни допусков, и в зависимости от этого команды делятся на составы, клуб делится на команды, и, соответственно, мы все играем в хоккей, все у нас игроки заиграны. Также каждый месяц очень много приходит новичков, у нас открыт вход для всех новичков, мы приглашаем их на пробную тренировку, даем экипировку, чего не было в наше время, мы, собственно, создаем... А, все... то есть вы даете бесплатную экипировку? Да, да. У нас порядка там, я не знаю, уже, наверное, 15 комплектов экипировки, которые мы собрали уже за эти 5 лет. И человек на начальном этапе, он не тратит ни рубля, он приходит, пробует, понимает, его это, не его, нравится, не нравится. Ну вот, и после этого уже принимает там взвешенное решение ему дальше оставаться в клубе, играть или идти там заниматься другим видом спорта. Олег, вот под жарким солнцем юга, да, откуда такая любовь к такому зимнему виду спорта? Ну, я не знаю, насколько позволит нам цензура, но это один из самых динамично развивающихся видов спорта сейчас в стране. По моему мнению, наверное, Женя со мной согласен. Это первое. Второе, разумеется, это как в 90-е было принято заниматься теннисом, сейчас, наверное, очень модно заниматься хоккеем. Но Ростов такая, ну, Дон вообще, Дон, в принципе, такая, он всегда стоит в авангарде. Мы много где занимаемся нетрадиционными для своего региона видами спорта. И хоккей не исключение в этом плане. И если мы посмотрим, что было 10 лет назад и как занимались, ну, любители в этом виде спорта хоккеем, ездили за 300 километров на какие-то арены, то сейчас на самом деле в Ростове можно заниматься хоккеем, и это тренд. Вот, и на самом деле ничего, кроме характера. Наша команда, команда «Атаман», наверное, как и большинство других, но конкретно об «Атамане». Наша команда «Атаман» — это те люди, которые в большинстве своем в жизни занимались различными видами спорта. Но хоккей — это такой апогей. Там нужны, мы дальше перейдем к школам единоборств, там нужны различные навыки, приемы и вот, все остальное. Вот, плавно переходим, да, к вопросу. Для того, моему, чтобы, да, им заниматься, потому что не только умение кататься на коньках, точность и так далее необходимо для того, чтобы заниматься хоккеем. Много других факторов. Ну вот давайте о школе единоборств, да, откуда идея такая появилась? Идея, она появилась от наших друзей, от фонда «Я расту со спортом». Это Мирослав Смирнов, наш друг, привет ему, если он будет смотреть. Суть идеи в том, что ребята уже по всей стране открыли больше 62 таких спортивных секций. Вот. Нас эта идея привлекла тем, что это, я скажу сразу, что наш клуб уже, это не первый прецедент, когда мы занимаемся общественной деятельностью. Вот. И мы считаем, что такое объединение сильных мужчин, успешных людей, оно неизбежно должно давать плоды для общества. И, как сказать, если бы мы просто играли в хоккей на льду, это было бы слишком просто.
Вот. И у нас есть определенная своя философия внутри клуба, которую мы поддерживаем, что мы должны вместе, объединяясь, давать какую-то пользу, да, от нашего объединения. Соответственно, первый раз мы провели матч добра, может быть, вы слышали о нем. Мы играли с хоккейным клубом Ростов. Да, да, знаем, это был наш матч. Первый прекрасный опыт. Надеюсь, это будет традиция поддерживаться, и мы в этом году тоже сыграем. Есть интересные задумки. Вот. Ну, может, раскройте так? Чуть-чуть, знаете, завесу тайны. Я скажу в общих чертах, что речь идет сейчас о международном матче между нашим клубом и приглашенным клубом из страны, из городов-побратимов и с другой стороны. Вот так. Может быть, в преддверии там дня города, может быть, по срокам еще непонятно, но сейчас речь идет, идут переговоры там конкретно. Я думал, канадцев можно пригласить. Ну, пока сейчас пообщаемся с немцами и прорабатываем вот вопросами на товарищеском матче на Донской нашей земле, именно с ребятами из Германии. Вот. Но скажу тогда о спортивных школах, что, собственно говоря, как эта идея, она прижилась в нашем клубе. То есть взгляд есть свой на общественные дела, да, на общественные проекты, и нам было интересно создать или принять участие в проекте, который бы был не одноразовой акцией, а как бы имел под собой систематический подход. Вот чем отличаются школы единоборств «Атаман», да, и все школы единоборств в рамках проекта «Я расту со спортом»? Тем, что это не одноразовая акция, и дети занимаются в них на протяжении многих лет, и у них имеется возможность, как сказать, становиться реально спортсменами профессиональными, чемпионами, уже более 200 призеров из того количества детей, которые в рамках проекта участвуют, уже есть чемпионы мира. То есть, и как правило, это дети из детских домов, интернатов, из малообеспеченных семей. То есть это такие социально незащищенные слои. Вот. Ну и, соответственно, мы уже второй зал открыли в Родионовке, в Родионовской Тайской Слободе. Первый зал мы открыли в Новошахтинске в 33-м интернате. Это был наш первый, скажем, пилотный проект. Он тоже успешно открыт и функционирует. А в Родионовку нас привела, наверное, отчасти случай, отчасти история, потому что я сам оттуда родом. И когда мы искали место для второго зала, изначально мы планировали один зал открыть. Но так случилось, что собрали средств больше, чем требовало того открытия первого зала. То есть решили сразу, а давайте два тогда уже. Мы сейчас открываем третий уже. А, третий уже в процессе, да. Ну, потому что как, чем больше людей об этом узнает, тем больше нас поддерживают, тем больше присоединяются. Люди сами проявляют инициативу. И мы, в принципе, поэтому и принимаем участие в передачах для того, чтобы привлечь внимание к этому проекту и сказать, что это легко. Что это делать легко. Правда легко? Мне кажется, это настолько сложно это все. Вы знаете, есть свои тонкости в любом деле, но когда речь идет о том, что мы идем уже по проторенному пути, когда перед нами 62 зала открыли, когда накоплен определенный опыт открытия этих залов, взаимодействия с учреждениями, юридическая база накоплена, это легко относительно, вот, наверное, тех шагов, которые делали основатели проекта. Это первое. А второе, почему легко? Что мы объединяем людей, и каждый делает с удовольствием свой вклад. То есть каждый принимает участие добровольно в этом проекте. Никто никого не принуждает. И легкость возникает именно от того, что каждый хочет, да, то есть вот именно от желания. Вот. Поэтому зал в Родионовке, он получился у нас супер, крутой, наверное, лучший из тех, что открыли мы. Я думаю, что третий будет еще, наверное, лучше, чем второй. Ну и будем по нарастающей двигаться дальше. Сейчас мы продолжим, сейчас небольшая пауза у нас. Дорогие друзья, мой коллега Лев Клинов уже прямо бежит в нашу студию, чтобы познакомить вас с другими новостями из мира донского спорта. Лева, слово тебе. Спасибо, Роман. Здравствуйте, уважаемые друзья. Начнем с гандбола. Анна Вяхрева вернулась и с лету забила самый красивый гол. 33-22. Красивые цифры на табло и просто прекрасный результат. Гандболистки Ростов-Дона вышли в финал 4 Лиги чемпионов. После первого матча в Венгрии у нас был запас в 3 мяча, дававший право даже на минимальное поражение. Но путь в четверку лучших европейских команд уже традиционно лежит через разгром. В самом дебюте при равном счете Ростов-Дон теряет опытнейшего линейного. В быстрой атаке Майя Петрова в контакте с соперницей неудачно наступает на правую ногу. Я пока не знаю, что с Майей, но по ощущениям что-то серьезное. У нас остается один линейный, хотя я знаю, что Анна Сень играла на этой позиции. Да, нам будет тяжело без Майи в концовке сезона, скорее всего, она выбыла надолго. Плохие предчувствия подтвердились. У олимпийской чемпионки повреждение крестообразных связок, а это минимум полгода после операции.
Желаем Майе скорее поправиться и возвращаемся в игру, в которую на непривычную защитную позицию справа выходит Регина Калиниченко, хотя ей удобнее играть слева. Господи, так выходить не дай бог. Вот. Да, были ошибки, потому что раз вышла, блин, и думаю, сейчас спасу Россию, а получилось, погубила себя. Вот. Не знаю, ну, отсутствие игры, второй защитник справа, хоть я и уже играю там, но все равно это не мое любимое место, как я играю вторым слева. Равная игра шла только до 19-й минуты. Пропустив 9-й мяч, наши девушки больше не дают соперницам забросить до самого перерыва, а сами реализуют 5 попыток. 2 с 7 метров Абинг, 2 Моногаровой и воздушный шедевр на закуску отвернувшейся на площадку Анны Вяхеревой. Лучшая защита, лучшие голкиперы у нас в команде, поэтому я надеюсь, что мы продолжим в том же духе, потому что сегодня реально была стена, и главное, надо сохранить это вот на следующий матч, на остаток сезона. Отдельно про вратарей. Анна Седойкина в среднем отражала 4 броска из 10, а Маиса Песова вообще каждый второй, правда, работала в рамке недолго, 2 7-метровых. Я реально счастлива, мы выиграли 11 мячей, это нереально, великолепно. Сыграли потрясающе в защите, в атаке, везде. Аня Седойкина провела фантастический матч, я очень счастлива. Деморализовав соперниц, ростовчанки уже развлекались в атаке. Больше всех 7 попыток реализовала Лоис Абинг. А итоговая победа стала еще более уверенной, чем в прошлом году. 33-22 и 62-48 по сумме двух матчей. Исход битвы был предрешен в концовке первого тайма, когда хозяйки оторвались в счете, а у нас не получалось забить. А во втором тайме Ростов играл еще лучше, и у нас не получалось его остановить. Мы желаем вам успехов в финале четырех. Решающее сражение в Венгрии начнется 12 мая. Соперники – французский Мец, норвежский Виперс и местный Дьор. Теперь к футболу. Полузащитник Александр Гацкан сыграл в центре обороны и забил первым, а Элдор Шамуродов вышел на замену, и на его счету гол победный. Футбольный Ростов обыграл «Спартак», и другого варианта у этого матча на таком стадионе не было. Еще за пару дней до матча со «Спартаком» футбольный Ростов объявил, что все билеты проданы. К началу игры у Ростов-арены было не протолкнуться, причем болельщики обеих команд шли чуть ли не в обнимку. Атмосфера была очень дружелюбной, хотя каждый и желал победы своей дружине. Погода, супер. Вот такая. Счет будет. Любимый счет патриарха Николая Петровича Старостина. 3-1, значит. 3-1. Я думаю, понятно. За кого? За кого понятно. Как закончится матч? Расскажите. Ростов победит. С каким счетом? 2-1. Горячая атмосфера вначале немного смутила хозяев. Москвичи бросились в атаку, явно сделав ставку на быстрый гол. И были к нему очень близки. Мельгареха и Рассказов упустили явные шансы отличиться. В первом тайме, потому что присутствовала нервозность, большое желание, чересчур большое желание выиграть, сыграть хорошо, потому что из-за этого были вот эти ошибки. Наши штрафные, я так даже назвал их, на нашей половине поля. Впрочем, эта нервозность фатальных ошибок не повлекла, а первый же опасный момент у ворот гостей оказался голевым. Угловой и капитан желто-синих, подкараулив дальнюю штангу, буквально занес мяч в ворота. Они полезны на стандартах у своих ворот. Вот навес. Опасный гол! 1-0! Ответ последовал на 27-й минуте. Оплошность ростовчан в центре поля привела к острому проходу Мельгареха, а пас парагвайца на Романа Зомнина оказался голевым. Ну, мы два тайма владели преимуществом, а просто так получилось во втором тайме, что несколько атак были острые со стороны Ростова. Ростова абсолютно другая тактика. И эта тактика снова сработала во второй половине. Москвичи продолжали атаковать позиционно, не особенно удачно. Хозяева же пытались организовать быстрый контрвыпад, в чем тоже не особенно преуспели. Битва плавно тянулась к ничьей. Все изменил вышедший на замену Элдор Шамуродов. Забивает головой. Продолжается атака ростовчан. Еременко справа. Еще одна, четвертая в этой атаке подача. И это гол! Георгиевич, когда вот на замену ухожу, он говорит, что выйти и помочь команде. И я стараюсь как помочь команде. И сегодня хорошо, что получилось, и еще гол забил.
Спартаковцы, конечно, руки не опустили, отыграться они пытались, и буквально на последних секундах у них был голевой шанс, который упустил Зобнин. На большее у гостей сил уже не хватило. 2-1, трудовая победа Ростова, который занимает 6-е место, приблизился к тому же Спартаку на расстояние 1 очка. И напоследок об еще одной игре с мячом. Баскетболистки Ростова-Дона и ФУ могли оформить выход в полуфинал Суперлиги на чужой площадке в Самаре, но как будто специально делать этого не стали. То поражение позволило вернуться в родной город и стать финалистом под бурную радость своих болельщиков. Ведь в решающем матче наше преимущество стало космическим – 4 десятка очков. Стартовую минуту проводим, обоюдно промахиваясь, но дальше счет трехочковым открывает Настя Максимова. А следом, после неудачной атаки политеха, Катя Осипова средним броском увеличивает преимущество. На исходе 3 минут игры наш капитан забрасывает с фолом, и тренер гостей берет тайм-аут. Здесь по логике должны быть слова главного Самары Андрея Рузанова, но тот заявил, что не готов сказать нам что-то хорошее, поэтому слово нашему тренеру. Самое главное – это биться до конца и удержаться в некоторой разнице и не позволить, чтобы тебя совсем уж грязью там поливали. Да? Именно для того, чтобы следующую игру сыграть более достойно. Они это сделали, и 4-й период там на выезде, ведь мы выиграли. Это было очень важным фактором для того, чтобы сегодня начать более уверенно. Мы фолим на Ольге Лавровой, и гости только со штрафных берут первые очки. А у нас летят трешки, и даже Саша Кирина, которая очень редко так атакует, попадает из-за дуги. В начале второй четверти у нас уже двукратное преимущество – 25-12. Дальше Даша Просолупова подряд забрасывает 2 трехочковых. 31-14 на табло – загляденье. Мне кажется, это такая большая заряженность была, такое желание, потому что это была самая главная игра, то есть третья, и уже назад дороги нет. То есть либо ты финалист и борешься за первое место, либо ты борешься, дай бог, за бронзу. А это гораздо тяжелее, поэтому, мне кажется, здесь просто все девчонки были настолько заряжены, так хотели, и поэтому броски реализовали. После половины игры у нас плюс 17, 47-30, а процент трехочковых 83. Отдохнув, забить не получается больше 3 минут. Этот неприятный отрезок прерывает из-под кольца Анастасия Максимова. К тому времени гости немного сокращают комфортный запас ростовчанок, но пантеры хватку не отпускают и отрываются уже на плюс 20. Неудержима этим вечером Анна Зайцева, 24 очка и 10 подборов. У нее дабл-дабл не только на паркете, но и на интервью. Смотря на Анну и на ее игру, я думаю, трудно не вдохновиться. Поэтому спасибо за игру, за то, что играешь за наш город. Очень приятно. За пару минут до конца у нас плюс 30. В полуфинальной серии ни у одной команды такой разницы не было. Но это еще не все. Гости с досады начинают фалить, как будто проигрывают пару очков. А мы на штрафных подбираемся к сотне. Складывались игры очень сложно. Мы просто очень захотели в финал, вот и все. Это само за себя все сказалось. 96-57. Такой нетипичный результат для плей-офф. Мы благодарим наши команды за победы и вас, друзья, поздравляем с этими потрясающими результатами. А у меня на этом все. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Роман, передаю слово вам. Лёх, спасибо тебе огромное. Мы продолжаем. Я напомню, что сегодня мы говорим о любительском хоккее и не только. Третий зал вы будете открывать тоже в Родионе Несвитайском? Нет, конечно. Нет. А где? Суть проекта в том, чтобы найти места, где действительно требуется наша поддержка и помощь. Потому что, например, в больших городах, как правило, проблем нет с этими залами. Они появляются там, скажем так, на периферии, там, где экономическая ситуация немножко отличается, да, от городской и так далее. Следующий зал мы будем открывать в Заветинском районе. Вот, тоже борцовский зал, все, да? Так? Он уже существует там, скажем, но выглядит это сейчас не очень все... Залом не назовешь, не назовем, да, с натяжкой? Да, с натяжкой. Единственная прелесть этого зала, который есть там, в том, что там есть тренерский состав, который... Это большая проблема тоже найти. Открыть зал, оборудовать – это один вопрос, но подобрать команду специалистов, которые на этой территории могут оказывать, скажем так, тренерские услуги – проблематично. Вот. Там уже есть состав, уже есть костяк тренеров, тренировки проходят, но в ужасных условиях, скажем так.
И тоже из нашей команды Артур Бибулатов, это капитан одной из команд в нашем клубе, он проявил инициативу, потому что сам тоже родом из Завитинского района и изъявил такое желание продолжить этот проект на этой территории. И мы его поддержали в этом. И сейчас уже, в принципе, на 50% ресурсы для того, чтобы это сделать, мы собрали. Поэтому мы планируем где-то в августе, ну, к сентябрю точно, что... К учебному году, так сказать, да? Мы запустим его. Зал будет работать. И, наверное, еще раз встретимся с вами. Олег, а можно попробовать, например, хоккейную школу открыть? Нет? Мысли такие были? Есть, да. Конечно, есть. Конечно, есть мысли об этом, но вы же сами понимаете, что каждый из нас должен быть профессионалом в этой деятельности. И вот наша с Женей история, которая заключается, и вообще история ХК «Атаман». Мы первые, кто этот проект, не только этот, но в частности говорим об этом, реализовали на Дону. И, ну, мы только задали вектор. А вот теперь, на самом деле, мы просто говорим всем желающим, кто хочет так или иначе помочь своим там станицам, городам маленьким, либо селам реализовать свою мечту и быть полезным, да, для того подрастающего поколения, которые там сейчас живут. И вот в этом наша миссия. А хоккейная школа, ну пусть этим занимаются в том числе профессионалы. Я думаю, что мы будем просто масштабироваться в формате представительств хоккейного клуба «Атаман». И чтобы уже сознательные люди в сознательном возрасте следовали здоровому образу жизни, занимались интересным, очень интересным видом спорта. Что касается хоккейной школы, немного дополню. У нас действительно есть идея и проект сделать такую школу в Ростове, но для этого нам необходимо помещение. Вот. Если нам кто-то как-то, каким-то образом покажет такое место, выделит эту площадь, мы ее оборудуем с удовольствием. У нас есть интереснейшая концепция, как это сделать. На Дону на сейчас любительских хоккеистов около 2500. Эта цифра растет ото дня в день, потому что мы видим даже, как в наш клуб приходит ежемесячно там 5 новых адептов, скажем так, да, хоккея. Вот. И в других клубах сейчас там уже порядка 20 или больше. Вот. Очень сильно развивается хоккей профессиональный, очень много детей отдают в этот спорт. Строятся ледовые арены. Ну, то есть, как Олег верно сказал, это тренд, это растущий тренд. И пока мы видим, что он будет сохраняться и нарастать, потому что еще в Левенцовке обещают хоккейную коробку, в Овощном открывается хоккейная коробка, в Азове должна появиться хоккейная коробка, на Левом берегу должна появиться большая хоккейная арена, в Кошарах каждый объект инфраструктуры создает вокруг себя определенное количество людей, кто начинает этим заниматься. И, как сказать, повышать хоккейные навыки можно не только на льду, но и в специально оборудованных сухих залах, как они называются в хоккее. И вот такой проект мы бы с удовольствием реализовали, если бы нам предоставили помещение. Мы бы его оборудовали, предоставили бы всем командам доступ туда абсолютно бесплатно, вот, с тренерами, понятно, со всеми участниками процесса. Я думаю, что это бы повысило в целом уровень хоккея, вообще уровень осознанности в плане здорового образа жизни вообще в Ростове. Ну что ж, ребят, огромное вам спасибо, но, к сожалению, время нашей программы уже истекло, приходится прощаться с вами. Я желаю вам, чтобы все планы у вас реализовались, потому что вы, правда, делаете по-настоящему благое дело. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, это была программа «Спорт на Дону». В студии был Роман Саганов. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока.